Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале Вадима Шарфа. Начинаем. Вот так выглядит торжество абсурда в Путинской поднятой стране с колен. Здесь есть все. Крейсер Аврора, люди, которые празднуют день Октябрьской независимости с красными шариками и охрана Путина, которая стережет этих людей. При этом 240 ветеранов в нашей стране стоят до сих пор в очереди, чтобы получить обещанное лично от Путина жилище. А это министр просвещения Кравцов. Как вы думаете, он в очереди не стоял, а получил субсидию на

на жилье, как нуждающийся. Партия «Единая Россия» своих, видать, не бросает, специально подкармливает, чтобы преданней были. А так выглядит новостройка Петербурга по 200 тысяч за квадратный метр. Они продолжают радовать новоселов своим качеством. Я бы такое жилище назвал самый дорогой шалаш в мире. Вот они, последствия политики одного типа великого геополитика.

Или вот так выглядит Северск в Томской области, прямо креативненько. А вот так сама администрация украсила двор в Томске. Ну и правильно, ведь денег нет. А где им взяться, если нам приходится целую араву кормить людей, которым все мало и мало? Например, на обеспечение деятельности Путина в 2021 году из бюджета потратили 27,5 миллиардов рублей. Понимаете, в 27 регионах можно было бы тысячу километров дорог отремонтировать на эти деньги. Но нет, нам приходится оплачивать существование одного человека на эти деньги. Ну что ж, мы потерпим. Главное, чтобы ВВП себе ни в чем не отказывал. А то вон подписчики присылают фотографии, мол, отдыхая в Сербии, встречают президента Александра Вучича и даже себе не могут представить в такой ситуации наше нечто из Кремля. Но зато наш постоянно говорит о своей смекалке. Мол, когда он учился в КГБ, у него было одно отрицательное качество – это бесстрашие. Наверное, поэтому, несмотря на его недостаток, у него охрана в количестве 60 тысяч человек. А вы знали, что полковник Исенбаева является гражданкой Монархии? И родила в Мона. И полковник Хоркина, гражданка другой страны и родила в другой стране. Но они патриоты. А мы с вами никто. Мы с вами ИО-агенты. Зато постоянно появляются заголовки, что правительство не видит оснований для подорожания круп, не видит оснований для подорожания подсолнечного масла, не видит оснований для подорожания молока, бензина и коммунальных услуг. Знаете, мне кажется, что правительство наше вообще ничего не видит. Они, по-моему, вообще на какой-то другой планете живут или в другом государстве. Взгляните на эту фотографию. Прошло уже 9 лет никакого планшета. Конечно же нет и не было. Зато и Путин, и Чубайс на высоких постах по-прежнему есть и по-прежнему рассказывают нам сказки. На этой фотографии Путин и Чубайс рассказывают всей стране сказку об уникальном российском планшете. Для всех учеников. Вот только он был черно-белым. Совсем от жизни отстали. Помните, я рассказывал новость пару месяцев назад. Думаю, что многие уже забыли. Суть не в этом. Суть в том, что почти на 30 миллионов рублей в Ростове хотели купить 10 уличных туалетов. Тогда я говорил, как уличный туалет может обойтись в 3 миллиона рублей. Что это за туалет такой? Суть не в этом. И даже плевать на самом деле на на это. Дело в том, что так Ростов своих невероятно дорогих 10 уличных туалетов не дождался. Поставщик прислал только один. Уже в пресс-службе администрации заявили, что действительно поставка сорвалась из-за того, что нет комплектующих для этих толчков. И знаете, я поражаюсь. Поражаюсь тому, что в нашей стране не в состоянии даже какие-то комплектующие для сортиров сделать. Такая страна была великая. Первый человек в космосе. Я я не буду сейчас все заслуги перечислять. Я думаю, что каждый и так без моего вмешательства о них знает. Понимаете, у нас ни заводов, ни сельского хозяйства, ничего вообще не осталось. Одни руины, как я уже неоднократно говорю. Просто десятки тысяч заводов стоят, заглохли. Один фундамент и то раз после них, понимаете? А что будет, если пальмовое масло перестанут привозить в Россию? У нас же полки в магазинах опустеют. Я прям вижу одни крупы и макарошки. Зато на авторов ролика про депутата Наливкина заводят уголовное дело. Сотрудники пришли с обыском к авторам Баракуда, известные по серии вымышленных роликов о наших правителях. И на них уже вешают уголовное дело по очень серьезной статье. Знаете, смотрю я на этого комика Наливкина и мне кажется, что от него побольше было бы толку, если бы он управлял страной вместо Путина. Ну это лично мое мнение, свое мнение обязательно оставляйте в комментариях и не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, это очень важно. Нам пора объединяться, а мы продолжаем. А в Саратове только что задержали депутата Саратовской области Думы Никола Николая Бондаренко. А причина якобы неудовлетворительное поведение на избирательном участке 19 сентября. Два месяца тишина. И когда уже об этом никто ничего не говорил, к нему тоже пришли сотрудники. Удачи, Николай. Правда, обязательно восторжествует. Сначала к Рашкину пришли, теперь к Николаю. А вот к Зюганову точно никто не придет. В этом я больше чем уверен. А депутат Госдумы Сергей Боярский, конечно же, от Единой России, заявил, что гордится тем, что каждому гражданину России в 2018 году подняли пенсионный возраст. Как можно этим гордиться? Как можно гордиться тем, что у каждого гражданина в России отнял 5 лет существования? Это же каким надо быть человеком, чтобы вот этим вот гордиться? Зато по телевизору нам рассказывают, что мол, без российского газа в Лондоне жить холодно. Но при этом спрос в 2021 году на элитное жилье среди граждан России в Лондоне вырос почти на 30%. Странно почему они покупают элитное жилье в Лондоне, ведь там холодно, когда можно влить свои деньги на жизнь в столице нефтегазодобывающей стране. Ну, если честно, я полагаю, что здесь даже комментировать не к месту. Каждый адекватный человек и так все прекрасно понимает. А верить тому, что в ящике рассказывают, ну, это как минимум себя не уважать. А вы были на канале Вадима Шарфа. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем всего хорошего, всем пока! Сначала к Грудинину приходили, потом к Рашкину, сейчас к Бондаренко, а вот к Зюганову точно никто никогда не придет. Ну, если честно, я полагаю, что здесь даже комментировать не к месту. Каждый адекватный человек и так все прекрасно понимает.